Усачев, что такое День Победы? Что такое День Победы? Это утренний парад. Это танки и ракеты маршируют строй солдат. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Фейерверк взлетает в небо, рассыпаясь там и тут. Что такое День Победы? Это песни за столом. Это речи и беседы, это дедушкин альбом. Это фрукты и конфеты, это запахи весны. Что такое День Победы? Это значит, нет войны.